Четыре двора района имени Казбек-Би получили новые детские площадки. В Караганде подвели итоги конкурса «Активный дом, уютный двор», победители которого, организовав в доме форму управления, получили от Акимата игровой инвентарь. Однако подарком от властей остались довольны далеко не все участники. Почему, узнавал наш корреспондент. В доме «Гармошка» проживает свыше 200 детей. Теперь ребятни есть где играть. На днях сюда поставили новый игровой инвентарь. Двор принял участие в конкурсе и победил. Площадка – подарок от районного акимата за созданную в доме форму управления. В данном случае решать дела жилищно-коммунального хозяйства будет ИП. На сегодняшний день, конечно, сами жильцы стали увереннее, потому что они имеют право собственности, они могут принимать во все участие, то есть любой другой стоящий орган к нам отношения никакого не имеет. И люди стали более активные, более стали принимать участие, отношение к жилому фонду подъездным, отопительным, то есть каждый подъезд старается выглядеть более эстетично. Нам новая площадка очень хорошая, она для моего брата, вот, для маленького. Вот у Данила, у моего друга тоже, братик маленький. Тут все играют. А раньше тут, здесь было как-то скучно, мы в другие всегда дворы ходили. Эстетично и красиво, да и детям в радость новая площадка. Горка, карусель, качели и шведская стенка – все это обошлось акимату района имени Казбек-Би в 500 тысяч тенге. Однако довольны оказались не все. Игровой комплекс, по словам местных жителей, установили некачественно. Подрядчиками, к слову, является компания «Ержан Инжиниринг». А вот эту карусель, вот все свидетели, вот мальчик, вместе с ним копали, поставили. Не дали, там бетон шлепнули кусочек, она вывалилась, пришлось все переделать. Акимату поставить вот эту вот несчастную горку, вот эту качельку, вот эту карусельку, это в 47-м году, это было бы нормально. Между тем, активности среди карагандинцев не наблюдалось. Из 8 планируемых в юстиции зарегистрировались только 4 формы управления. Победителей выбирала комиссия из числа жилищных инспекторов, налоговиков и общественников. Этот конкурс для нас имеет большое значение, поскольку у нас в районе Казбек-Би насчитывается 1454 дома, из которых 60% у нас охвачено формами управления, все остальные 40% у нас получаются как бы бесхозные дома. В соответствии с поручениями акима области города Караганды мы должны охватить 100% все дома формами управления. Ирина Камышова, Жасулан Амандыков, Асхат Абидулов, Первый Карагандинский.